вопрос, почему я не... Почему у меня сложилось неправильное отражение в зеркале? А, кстати, название. Название в этой хуйне можно назвать «Поход к истине» или «Марафон к истине», «Путь к истине» или «Пойдем к истине», «Хочешь к истине», «Идем к истине». «Поход за истиной», «Жизнь за истиной». О, какова жизнь, когда ты идешь за истиной? Ха-ха. Мне кажется, я тут буду сидеть бесконечно перед этим, перед этой видеокамерой. Знаете почему? Потому что жизнь за истиной. Когда ты живешь за истиной, когда ты... Вот, когда перед тобой истина, и ты идешь за истиной, вот так вот, когда перед тобой истина, жизнь бесконечна, погоди, когда перед тобой истина, зеркала, зеркала, почему зеркала, зеркальное изображение, обратное изображение, зеркальный мир, я была в этом зеркальном мире, я там очень страшная, и я, кстати, последние кадры, я все видела, какая я страшная. То есть я попала за зеркалье. Я не просто попала за зеркалье, мое за зеркалье пришло сюда. О, нихуя. Прикиньте, нахуй хуйня какая. Мой ритуал, у меня там стояла вода. Нет, мои ноги. А, нихуя, может я ритуал такой сделала. Прикиньте, мои ноги были в воде, я поставила себе зеркало, включила телевизор и просто отправилась за зеркалье. А мне Аня сказала, что она была за зеркалье в реальности. Аня Пономарёва? Блять, я что, назад в прошлое иду, что ли? По-моему, я иду вперед в прошлое. Ладно, нахуй, продолжаем. Значит, чё, раз такая пьянка, да, хоть вид какой-нибудь покрасивее сделаю. Что-нибудь покрасивее сама сделаю. Вот, начала делать красивее. Можно так сказать. Ой, блядь. Солнечные очки, я скрывала свои очки. Нет. Я скрывала себя за очками. Может, поэтому я убила солнечные очки? Не знаю. Так вот, мне Аня Пономарёва рассказывала. Может быть, я... Слушайте, может быть, я на ваших глазах, у меня прыщи исчезнут. Прямо в реальном времени. О, вот оно. Я вам в натуре когда-нибудь сниму. Я вам скажу, что творит истина. Я вам покажу, что может истина. И знаете что? Я буду показывать этот фильм частями, чтобы вы вышли за истиной вместе со мной. Чтобы вы были готовы к истине. Потому что вы истину сразу не поймете, не узнаете вы истину сразу. Потому что у вас много зеркал, вы ее не увидите. Вы не увидите истину сразу. Вас надо подготовить, чем я и занимаюсь. Поэтому я буду для вас снимать вечно. Вы будете вечно на меня смотреть. Потому что я снимаю то, что красиво. И я буду становиться все красивее и красивее. Но с другой стороны, когда я буду с Мишей, зачем мне этой хуйней страдать? Записывать что-то?
Не знаю, пока не вижу, что там будет дальше. Знаете, за истиной. Когда ты идешь за истиной, ты никуда не торопишься, ты никуда не спешишь, ты не, блядь, не пропадаешь в небытие. Все естественно получается. Так как все просто, блядь. Все естественно просто. Если у вас хуйня какая-то, блядь, то так, то так. Нету противоположностей. Не должно быть противоположностей. Если у вас противоречивая жизнь, значит, что? Значит, жизнь у вас хуйня. Не должно быть противоречий вашей жизни. Понимаете? Понимаете вы или не понимаете? Противоречие, шизофреник. Я же вам так и снимала. Я же себе так снимала. Я шизофреник. У меня раздвоение личности. Все нахуй. Безумие. О, вот почему я это видела. Я же видела, как я психушки нахуй бьюсь нахуй. Вот почему я это увидела. Ну, я от этого... да, фигня. Я это боялась. Я посчитала это иллюзией. Ох, я могу это наформировать. Я могу это наформировать. Могу сюда пойти, могу сюда пойти. Я могу и туда пойти, и сюда пойти, и сюда пойти. Я могу хоть куда пойти. Есть только один путь. Один путь. Нету выбора. У вас нету выбора. Кто эту хуйню опять придумал? Очередную хуйню. Выбор. Выбор. Свобода выборов. А-а-а! Телевизор. Блядь. Что за хуета опять творится нахуй? Пойду-ка я схожу в туалет, прежде чем продолжить. Я бы камеру с собой взяла, но там родители спят. Родители. Знаете что? Вот родители, да? Я называю родителей. Ну, на самом деле, там только мой папа. Я понимаю это. У меня у самой вырываются родители. Может быть, тогда, когда я назову тетю Раю мамой, может быть, она станет моей мамой. Реально? Может быть, тогда я наконец-то сниму шторку с глаз. Я вижу, что передо мной мама. И скажу: мама, я вернулась. Она скажет: дочка, господи. И вот оно, вот что я видела. Психиатрическая лечебница. Потому что на самом деле я была в этой психиатрической лечебнице. В действительности. И погоди, может быть, я нахуй сейчас сплю. Или я просто в этом параллельном мире, или в хуйне какой-нибудь еще. Но факт в том, что я вернусь. Я вернусь к семье. И я принесу камеру. Я не просто принесу камеру. Я принесу.
астральное подтверждение из того мира, блядь, где я была все это время, нахуй. Где я блуждала все это время. Может быть, я сейчас действительно была психиатрическая лечебница. И не видела этого. Может, нет, меня кололи, действительно. Может быть, блядь, это все правда. Может быть, это правда. А сны, которые мне сейчас снятся, когда я засыпаю, становится все лучше и лучше. Они сейчас будут защищаться. Там будет появляться мама. Там будут появляться все мечты. Которые я мечтала. Я в зазеркалье. Нахожусь в зазеркалье. Аня, подумаю. Она говорила, что она была в зазеркалье. В реальности я, наверное, все туда. Что она сказала? Сколько она там жила? Прожила там целую жизнь, не знаю, что она говорила. Я не помню. Мне нужно выйти из зазеркалья. Я застряла. Я ищу путь домой. Алиса в зазеркалье, хули это про меня. Избудется ли то, что я хочу? С Мишей, с возрождением России. Или что это? Тоже образы? Возрождение России. Блядь, духовное. Может, я просто, блядь, вернусь домой, обычная девочка. И наконец-то начался ебись. Я вам принесу записи из зазеркалья. Так. Какова жизнь зазеркалья? Я вам, блядь, объясню, почему нахуй нельзя делать то, чего нельзя делать. Может быть, зеркала. Это действительно дьявольская хуйня. Которую нельзя смотреться и которую нужно разбить все нахуй. Отражение. Часть поглощается, часть отражается. Физика нахуй. Ты смотришь. Твое зеркало. Часть тебя поглощается, твоей энергии поглощается, часть отражается. Поэтому я до конца не увидела правды. Любовь и смерть. Да. Вот я любовь. Бах! Ну как бы идет, да? Бах, частичка, так скажем, поглотилась. И как-то тут уменьшилась. Истина тут уменьшилась. Как-то, ну, процесс произошел, да? И тут уже не... А, или подожди. Любовь. Нет, подожди. Тут уже смерть. Например, да? Ну, посмотрим такую теорию. Это лишь теория. Не верить. Я лишь рассуждаю. Понимаешь? Я только рассуждаю. Не верить всем на слово нахуй. Не верить всем идеям. Не верить всем своим хуевым идеям, которые у тебя приходят. Но что-то как-то мне кажется, что что-то в этом есть. Теперь я боюсь себе верить. А, это знаешь, это не спешать, знаешь. Не спешить, значит. Ну, да, может быть так. Да, может быть так. И все. И забыла. А вот потом, когда к тебе знание приходит, это так. И точку, блядь. Абсолютно.
Абсолют сказал нахуй, значит это так, ебать. Ну так вот, и тут из смерти страх, да? А часть отражается. И ты уже видишь не любовь, а что-то там, что-то там. И чем дольше ты смотришься, процесс продолжается, блядь. Ты становишься маленькой, нахуй, маленькой. Приходит ангел смерти. Потом, когда, блядь, остался один шаг, появляется смерть. В зазеркалье созрела смерть. Я посмотрела в зеркало, и смерть вышла. Я разбила зеркало. Я в ванне разбила зеркало. Но не поверила старым приметам о том, что если разбить зеркало, будет какая-нибудь хуйня. Я в поверье не поверила. Ну, обычно как-то поступила с этим зеркалом. Меня выкинули в мусорку. А и свое отражение я выкинула в мусорку. Солнце. Птица. Я выкинула себя в зеркало. Разбила зеркало. Я заточила себя там. Кстати, друзья, дрочить, да? Дрочить на Мишу, значит, собирать у Миши энергию. У ангела смерти собирать энергию. Хуй его знает, что там за процесс был. Я не хочу об этом даже вспоминать. Не хочу никак интерпретировать. Вообще не хочу комментировать больше, что было то было. Ну так вот. Я разбила зеркало. Как девочка забила зеркало, разбила зеркало. Ой, батарейка садится, надо подключиться. Ну так вот. Я поняла нахуй, что у меня получилось. Современная Алиса в зазеркалье. Как вам? Как вам история, а? Алиса в зазеркалье современная. Алиса. Что-то прикольное имя Алиса. Я гениальный писатель и фантаст. Ну так вот. Ох. Прикинь, сейчас сказала, что вот кошка пришла. Я сижу спокойно. Но мне показалось ведь. Показалось, но молчит. Когда кажется, креститься надо. Вам же говорят, что надо делать. Почему вы перестали верить? Почему вы попёрли против системы? Почему вы взбунтовались? Пропала вера. Почему перестали верить? Пропала вера. Пропала любовь. Стала разрушаться система. Она стала, начала поедать сама себя. Но почему это произошло? Кстати, когда я была в зеркале, именно Миша,
открыл мне истину. И именно Миша показал мне мое настоящее отражение. Но тогда, когда я туда пришла, я увидела, что я очень-очень страшная. Очень-очень страшная. Но я не поверила. Я подумала, что это отражение. Это обратное все. Вы все обратные. Вы все неправильные. И одна правильная. Вот хуйня. Вот что за хуйня. Вы все неправильные, а я правильная. Вы все неправы. Заклинание какое-то. Откуда эта хуйня у меня взялась? Вы все не правы, а я права. Я права. Все неправильные. Миша сделала комплимент. Ты там без страха. Ты там, у тебя фундамент строится на страхе, потому что поэтому ты там, блядь, управляешь страхом. И короче. Вообще ангел страха. А Миша-то хотел отражение смерти. Он хочет видеть не смерть, он хочет видеть любовь. Он меня хочет видеть. Это же надо, блядь. Это такой простой истины, такой. Долго дорога идти, блядь. Простая истина. Я сейчас поняла то, что объясняла ему недавно. Прошел цикл. Подожди, как это брать так?